Всем привет, с вами, как всегда, Никита. И мы играем в симулятор качка. Так, я здесь вот такой вот подарок могу забрать. Я здесь чуть-чуть попрокачивался. Победил 10 раз того вот нубика. Потому что у него скин, кстати, нубика. Его легко уже побеждаю. И купил пэта за 10 побед. Не бей! Не бей! И мне выпал собачка. Такая вот. Эй! Во! Вот меня этот серый хотел бекон побить. Бекон, бекон! 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 Випка есть. Да не бегай со мной, бекон ты. О, подвал. Ну блин, надоел. Да блин. О, погнали пэта купим. Так, эволюционировать здесь можно как раз. Рядом. Пойду покупать пэта. Чик-чик-чик. Пэтик. И кто мне выпадает? Котярик. Котярик, котярик. Так, смотрите. У него 28 сил рук, 27 сил ног и удача. У котика тоже много сил. О. И команда 1, 2, 3. Так, погнали, подкачаемся. Очень крутой. А, не, у меня побольше. Вот. Я хочу пэта эволюционировать. Прокачка, прокачка. Там смотрите, сколько нас стоит. Погнали уже. Чак-чак, можно биться так. А если я откручу, уже нельзя будет. Помоги. Ой, он меня легко побеждает. Ой, я сейчас... Тяжелого. Ты жесткий. Не, надо чуть-чуть подкачаться. Так, легкий. Ну его нубака этого. У него его даже зовут. Почему не нуб? Ноб. 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 Ладно, окей. Давайте 20 побед на 2 пэта. А можно 50. Чтобы можно было эволюционированного сделать. Ну, для меня одинаковый выпад. Было бы круто. Кары. Подпишитесь на Смайл Фредди на YouTube для кодов. На Смайл Фредди подписан. А на YouTube ты как подписан? Ну, вроде у канала, у YouTube есть канал. Ну, ладно. Смайл Фредди. Это Рил Смайл Фредди. Я не понимаю, зачем мне подписаться, чтобы коды вводить. И чик. Пошлите. 6 пэтов. 6 пэтов. 6 пэтов. Сюда 1000 надо, да. Так. О, цыпленок эпически. Сейчас собачка с тобой, котик. Да, все хорошо. Еще собачек надо. Блин, кот уже не получится. Эволюционировать их.
А не собачку получится или кота. О! Теперь надо, чтобы два кота выпало. Кот, собака. Собак. И кто мне выпадает? Собака, кот. Кролик. Кролик. Смотри. Вот такие. А как править лучших? Так, у него 37. Угу. Так. А, не-не-не. Удалить, удалить. Так. Этого я накуп... Его оставлю. О. Удачу создадим. Команду на удачку. А, три. Ну да. Удача. И победы надо создать будет. Так, так. Так, победы. А, не, у меня только два на победу. Ну, окей. Так, да, вот так. И... Окей. Когда потом будем удачу возьмем. О. Ой. Так, так, там где-то. Эй, где здесь авто? Ауто. И прокачаемся. Прокачка, прокачка пошла. Ой, я вот такого нубика смогу получить в подарочках. Смотрите. Ну, недоступно. Так. Ну, блин. Какой-то челик вообще уже. Победы. Мы с вами сейчас пойдем попробуем победить себя. О, нормально. Побеждаем его. И побед. Пойдем покупать нам. Точно. Берем пэты. Удача. Открывать. На удачу. И собака. Еще одну собачку. А вы еще одну собачку. Котяря. Еще собачку. Кочка. Найби. Собака. Золотая собачка. Пакетик. Подарок. Уже. Котик. Или можно еще одну кота. Ладно, погнали. Корова! Коровка, коровка. Мне выпала корова, самая крутая. Это. Победа. Победы. Победы, 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 коровка у меня есть. Коровик, 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 коровик. Джуза, Смерфредди. Джуза экстремальный. Смерфредди сумасшедший. Эй! А Джуза... Меня как вынесет? Ладно, даже пробовать. Буду он меня на изи вынесет. Победы. У меня есть на победы.
экипирована. Потом я сделаю себе на силу команду на а точно, какой я вообще с нас шел. Кстати, портал возрождения. Мне еще далеко. Собака, собак, собак, собак. Собак. Золотая собака. Золотой котяря. И можно так сделать. О. Так. Так, 45%, 41% еще. Коровика можно еще. И цыпленника. Сила экипировать на силу и авто. Так, прокачиваемся. Шоп есть. О, золотой нубик. Лучшая сделка. Дешево. Новый, лучшая сделка. А это же лучшая сделка. А эти лучше, кажись. Подарок, я могу взять и его задонатить. Ладно. Презентовка. Презентовка. 10 побед плюсик. Хе-хе. Круто. Я чу. О, нормалек. Ауто. Хорошо. Кстати, вот та рыбка золотая, только она все сразу делала. Что это было только что? Ладно, этого никто не видел. Допустим, игра кноп. О, давайте 700 общей силы наберем. И... Блин, жестокий. Эй, что ты меня с одного удара? О, через 23 дня. Вау! Я хочу возрождение. Мне надо всего по 10 тысяч. А как грудь прокачивать? А почему 2000 надо? 2000 силы. Я вообще не понимаю нифига. Картный мир. А если трейдик? 5000 лет. Такой силы надо. Ладно, нас берем. Ауто. 5000 мы с вами, я думаю, нас собираем. Ну, в этой серии, надеюсь. А вот возрождение, то есть реберт, будет сложно сделать. Но зато я попаду в другой мир. В аркадный какой-то. Средний почему-то там. Мир улиц, потом уже 5 пирожков. У меня 13 побед. Точно! Я уже могу пойти-ка купить. Пэт.
Коровик. Собак. Собак. А на удачу у меня нет. Сила победы. А удача. У тебя так столько, 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 столько. И чик, чик, чик. Бэнь, бэнь. Удача. Удача. Ладно. Вот, удача. Мне есть что не посмотрел. На силу. А сюда сколько надо? А, сюда я могу пойти. А, это грудь прокачивать. Плюс на друзей. А, это типа процент от друзей будет. Ты шутишь, а? Я запомнил тебя. Давай посмотрим, кто здесь сильный. Видишь? Вот ты первый начал. А думал, ты сильнее. Блин. Посмотрим. Что? Прячешься уже? На тебе. Да блин, я не успел ударить. Оп, не давать. Что? На. Видишь? Кто здесь силач? На. Ой, ты! Тебе не повезло. Чё, отжигаешь меня уже? Вот как я тебе дам. Во. Во, уходи. Ну, я тебе... Ну, надоел уже, реально. Надоел мне. Не дашь нормально прокачиваться, уходи. Жесткий. А, ой. Среднего надо поверить. Так, вот и второе 1000. Стоит это дорого пока. Это надо жесткого уже. Рил надо побеждать уже. А то челик ко мне не подходит уже. Ладно. Удача. Банинг. Не. Я могу 3 открыть. А, тройной люк автоматически. А, во, автоматически буду. Я самый крутой на сироке. Пока. Но потом я уверен. Кто-то зайдет и будет 100 миллиардов раз лучше. Вроде после золотого какой-то космический. Ну, по цвету. Я видел его. Или не надо чуть-чуть вверх отмотать. А не, только 3 челика. Но игра не популярная. Ну, мне нравится. Я смотрел, там было 35, когда... О, банник. Вот это банник. Давайте отойдем.
Ладно, ладно, ладно. Трикс. Короче. Котов. Котик золотой. Мне еще надо 15 обычных котов. Я сделаю 3 золотых и одного вольдовского, или какое, я точно не помню. Сделаю, короче. О, кролик. Вот сколько золотого сделаю. Собак. Ну, блин. Я хочу себе того котика. Наконец-то. Авто. Котик, котик, котик. Два котика уже. Три. Цыпленок! Пока два котика. Три котика. Текс. Еще котик. Четыре кота. Сейчас пятый или кто это? Не, не, не котик. Ну, естественно. И кто будет? Котик. Уже плюс золотой котик в корзинке. Банник. Еще два банника надо. Обычных. Котик. Так. А. Еще два котика дайте мне. Они уже закончились победы. Быстро закончились. Я думал, мне на больше похватит. Хватит. Да не, его для меня как-то быстро закончились. Тара-тара-бум-ла-бум, тара-тара-бум-ла-бум. Тара-тара-бум-ла-бум, тара-тара-бум-ла-бум. На тебе, на тебе, на тебе. Уходи. О, 8. Золотой котик. У меня еще 2. 10 котиков надо. Че, я тебя бахнул, ты уже на меня не нападаешь? Так. Так, так. Угу, ну я понял. Удача, удаляем. Удача, это ты, во-первых, входишь в удачу. И. Ты эквип, ты эквип. Понятно. Так, мне на удачу. Так, коровка. Так, банники есть. Побери. И... Перевать тебя. Ну его легко. 50 000. Уже столько босса. Это надо постуриться. Чтобы его победить. Ну ладно. Нет, долго надо будет прокачиваться. О, его ноги. О, у него 3000, он же может легко уже этого побеждать. Ладно. У нас только 3. Фу, я случайно. А. Так, у меня 400.
бегают там, размахиваются над всеми. Ничего. Размахиваешься, да? Ну, я понял, я тебя понял. Размахиваю. Все, получил. Он всеми размахивался. Не надо было так делать. Опа, 12 побед. Что, что идешь ко мне? Ты думаешь, ты меня победишь? А нет. Так, я пока самый крутой, пока. Этот и это только что. Я не понял. Кто здесь дерзкий? Кто здесь дерзкий? Ты что, здесь дерзкий, да? Ну, посильнее меня будет. Ну ладно. Так, у меня есть. Скоро будет тыщеночка. Тыщеночка. Щоп. А, вот еще так мотать можно. 200 робоксов. И покупать здесь можно. О, сначала нужно купить шанс на золотых питомцев. А, это вот шанс на золотых питомцев. У меня пока нифига. Елек нету. О. Так, ладно. О. Погнали, попробуем победить. Жестоко босса. Не, он меня так же судно ударил. О, 600 побед. Ну да, был сильный, конечно, сильный. Не сравнится, ладно. Ну вот этот, у которого 3000. Он сильный, он самый крутой. Ну, я самый крутой потом на лидерборде, потому что у меня больше всех побед. Здесь, как я понял, по победам ценят крутость. Эй, где мышка? Где мышка? А, ой. Так. Давайте. Че? Ладно, давайте мы с вами. Погнали. Делать. Пэтам! Да, я уже увидел второй такой прикольный. Пустынная собака! Пустынный собачонок! Так, удача, удаляем. Так. Эть. Этого. А, ой, это номик. Нет. Этого. Удача. Вот. Так. И, наверное, силу надо удалить. Так. Его, потому что много. Коровку. И... Это вот спинок. Да? Или кто-то получше есть? Да. Сила. Ну, прикольно, мы с вами прокачались. Купили одного очень крутого пэта. На этом мое видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.